Всем привет, с вами Черри, ребята, и в этом видео я распакую посылку от моей подписчицы. Реально, ребята, у меня нет слов. Это, конечно, очень приятно, и это первая посылка, которую мне отправили. Вот именно мой подписчик, да. Также это моя хорошая подруга, вот. Мы с ней переписываемся, в общем, вот так вот. Сейчас вам покажу эту посылочку. Я уже немножечко открывала, смотрела, что там. Давайте же теперь вам покажу. Итак, ребята, вот сам пакетик. Итак, ребята, вот они пакетики. И сейчас давайте откроем, с чего начнем. Давайте начнем, наверное. Ну, давайте начнем вот с красивого розовенького мешочка. Кстати, хочу сказать, посылка была упакована очень хорошо, что немаловажно, как вы понимаете. Вообще все упаковано отлично, как бы. Кстати, вот упаковку, да, вот эту вот красивенькую. Скажу сразу, я ее сохраню, тем более, короче, в этих пакетиках, да, ну вот в этом пакетике розовеньком, смотрите, я буду что-нибудь хранить там, может быть, какие-то акции там, как бы, если вы помните, поэтому не находится в прозрачных пакетиках, ну вот. В общем, скажу так, там будет два пэта и акции. Так, в общем, вот он первый пэт, я сейчас открою, покажу, в общем, ребята. Господи, вы понимаете, как сказать? В общем, смотрите, вот такая вот голубая кошечка. Я как-то говорила на видео, может, не один раз, что я такую хочу. Да, это новая коллекция, но есть пэт из новой коллекции, которая мне, правда, очень нравится, как бы. Этот пэт из печенек. Мне всего нравилось там два пэта. Еще такая фиолетовая кошка, она у меня есть уже давно. Такая красивая голубая кошечка. Посмотрите, как она круто смотрится в кадре. Ее цвет такой, знаете, прям красивый-красивый. Голубенький. Хотя, ну, в жизни такой голубенький, а на камере он смотрится как бирюзовый. Вот лично у меня. Я хотела этого пэта, я говорила об этом в видео, вот. Запомнила и решила мне подарить вот именно свою кошечку. Да, это была и кошечка. Вот. Как бы огромнейшее спасибо. Мне очень нравится. Я обязательно буду снимать. Вот такая вот, видите, с таким бантиком желтеньким. В общем, очень классная. Так, ребята, еще один пэтшоп. Это такой котенок, смотрите. Вот такой вот. По-моему, это тоже котенок, наверное. Боже, смотрите, как он классно смотрится в кадре. Кстати, он похож на Бруклин чем-то. Кстати, голова у него не пружинит. Ну, ничего страшного. Да, кстати, очень классный котенок, ребят. Мне, правда, очень нравится. Очень классный. Смотрите, какие у него голубые глазки. Вот. Ушки такие розовенькие. Очень милый, классный котеночек. Вот такой вот. Котят у меня, кстати, уже достаточно много. Думаю, в отдельном видео, может быть, поделюсь с вами своими хотелками. Вот все такое. Смотрите, какой милый, классный котеночек. Обязательно буду им снимать. Спасибо. В общем, вот такие замечательные, милые пэтики у меня в коллекции появились. Появились у меня в коллекции. Мне очень нравится. Что же, ребята, также... Кстати, да, ребята, они еще были так упакованы, знаете, вот такая мягкая. Короче, я тоже это сохраню. Вот. Потому что, ну, мне нравится. Вот, на память сохраню. Дальше следующее. Итак, давайте дальше. Это очень прикольненькие акции. Мне очень нравится, правда. Так. Так, цветан погодь немного. Давайте мы подвинем вот так вот даже. Блин, это очень круто. Мне кажется, короче, это нам где-то покупала уже, да? То есть это, так понимаю, покупные. То есть купил прям для меня. Господи, спасибо огромное. Это такие классные мороженки, ребят. У меня еще не было мороженых. Насколько я помню, всякие тортики, печеньки, да. Кстати, они не запакованы вот так вот. Сейчас я их открою. Очень прикольно, кстати. У меня вот были только, знаете, всякие фрукты там. Ну, как были, они у меня есть, в общем-то. Всякие вот пироженки, печеньки. Да, но мороженок не было. Вот, очень классно.
как-то вот сейчас это открыть надо. Так, в общем, да. Ну, смотрите, как красиво, как классно. Я у нас таких не видел, что продавали. Возможно, это где-то заказывают такие, да, да, но я не знаю. В общем, да, смотрите, их как-то вот так вот они делают. В общем, смотрите, очень прикольно так, знаете, прям такие для съемок очень реалистично будет, особенно вот эти мороженки. Вообще прикольненько. Мороженок у меня еще не было. Это очень круто, спасибо. В общем, да, ребят, вот такие вот. Кстати, да, они, видите, повторяются. То есть вот такие вот и вот такие. Ну, вы заметили, я думаю. Вот. Цветанка, иди сюда. Иди. Ай, все, приклеилась на упаковке. Как без этого? Вот, смотрите. А можно мороженку съесть? Давай потом. Окей. В общем, да. Итак, в общем, давайте продолжим. Следующее, это вот такие коктейльчики. Кстати, очень прикольно, мороженки, коктейльчики. А, что это? Это... Да ладно. Ребята, я просто, когда посылку первый раз открыла, я не увидела. А, реально, да? Это ошейник. Ребята, это ошейник. Боже мой. Как мне не хватает всяких ошейничков, знаете, все такое. Еще померим на цветанку. У нее, кстати, есть такой розовенький. Огромнейшее спасибо. Я его сразу не заметила. Причем, ребята. Да, и отдельное спасибо, что это голубенький. Потому что у меня еще не было такого. Конечно, если бы это был, например, тоже розовый, да, там или желтый, как у меня есть с лапкой тоже. Смотрите, красиво. Блин, так прикольно. Просто у меня не было голубенького это. И это так классно, знаете. Реально. Вот у меня есть там розовый, голубой, желтый. Какие там еще есть, не знаю. У меня только вот эти. Теперь еще и такой голубенький. Спасибо огромное. Мне очень нравится. И ей, кстати, идет. Смотрите. Сейчас вам покажу коктейльчики. Тоже такие классные. Боже мой, смотрите, какие... Очень прикольно, на самом деле. Так вот можно поставить их даже. Вот. Такие, знаете, типа с трубочками. Вот. Коктейльчики. Там клубничный, шоколадный. Вот. Ну так. Или я... Не знаю, или это что-то другое. По-моему, это коктейль. Я это все буду использовать в съемках. Ребята, это очень круто, реально. Мне нравится. Ребята, это очень классно. На самом деле. В общем-то, да, вот такая вот замечательная посылочка. Огромнейшее спасибо. Мне очень нравится, правда. Ошейник такой бомбезный. В общем, да, ребята, пишите комментарии. С вами был Чей. В общем, да, ребята. Ссылочку на канал, думаю, оставлю в описании. Вот, подписывайтесь тоже. Ну и все такое. На этом было все. С вами была Черри Берри. Всем пока.